Всем здорово, ребят. Ну что у нас? Продолжается сегодня трэш на Нимке. У нас обновились акции, такие же они, по сути, как и на других серваках. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Есть вот такое вот, ну, для донатов накопление. Да, здесь есть сумки лисицы, но это опять же для донатов. И открыли затрату на пэтов. Я буду ее, скорее всего, делать, наверное, даже до 9000, потому что здесь мешки зефира, плюс классные донатные питомцы. Ну, донатные в плане, то, что их сложно получить бездоном, они не падают так просто с яиц. Та же самая дичь, добрый набор, не знаю, что в нем такого доброго. Но это просто трэш, а не набор. По акциям таким, что интересного есть? Есть довольно-таки неплохой коллекционер. Особенно вот это вот верхнее, то, что здесь можно получить ремочку на халяву. Сейчас попробую это зафармить. Ага, попробую. А тут места не хватает. Вообще ни на что места не хватает на этом аккаунте. Пипец какой-то, короче. Блин, столько разных расходников, я офигею. Так, продаем книги нафиг. Так, есть. Надо пооткрывать, это тоже сделать. Сделать рунки, точнее эмблемки, место освободить. Так, по-моему, сюда. Блин, жесть. Ой, это левел повысить. Так, где там? Вот так вот сделаем три штучки и вот эту одну. Отлично. Так, место у нас есть. Хорошо. Поехали дальше. Так, нам надо вытащить бочку. За бочку нам дадут ремку. Запашки у меня вроде есть. Есть, отлично. Бочка у нас есть. Так, забрать здесь плюхи. Отлично, ремочка на халяву. Также есть такой вот магазин. Вот эти вот сумки нам дают. Отсюда дают скин на Коммодор и скин на здание. Вот эти вот темки у нас будут в входе. Ну, реально, просто похерили. Я уже писал утром видос. Просто похерили акцию окончательно. День замка владельца. И внимательно посмотрите, у нас сегодня дают на Нимке тоже кайфовая тема, магазинка, есть возможность забрать халявные скины. Тоже неплохо, но накладного скин нафиг не нужен за такие деньги. Так, это началась у нас уже тема с карт. Карты богатства, ее тоже надо забирать, потому что здесь есть апекс камни, которая, как по мне, самое такое топовое на сегодня, что не есть. Так, это у нас этот. И еще открылись у нас Бога Грома. Молотки забрали. Берсерки, карта, ну такое. Фонарики у нас на немецком сервере, к сожалению, порезаны по сравнению с другими. Их конкретно урезали, но тоже первые три дня надо однозначно забирать. Здесь у нас все такое же, как и у вас. Один в один. За вход вообще просто хрень. Так, это донатная. Где-то у нас должна быть настолка. Настолка есть. Настолка не такая, как на русском. Ну, своеобразная. Ну, книжечки можно собрать. Нету героя, но зато есть пыльца. Ну, плюхи не такие, опять же, как на других серваках. У нас очень печально все. Есть сундуки. Печально все с этим, с пыльцой.
Так, окей, с этим разобрались, поехали, будем сейчас открывать яйца. Нам надо их дофигище открыть. Продаю их ненужных. Их можно, в принципе, скормить. Так. Чуть с этого не скормил. Так, отлично, есть. Поехали открывать пэтов. Попробуем сейчас собрать лисицу. Это у меня самое интересное. Нам надо 3600 потратить. Сейчас там нам дадут еще фиолетовых. Ну, вот это реально кайфовая тема. Одна из кайфовых тоже на немке. За трату на питомцев. Так, надо еще 2000 потратить. Плюс получаешь дополнительно питомцев, это реально круто. На некоторых серваках раньше были самые давали, на некоторых еще до сих пор дают. Так, раз, два. Не хочется особо тратить, но варианта нет. Я хочу все-таки попробовать собрать лисицу, и дальше будем опять же на дерево копить. Дерево плюс сундуки. Так, питомцы. А, еще нам дофига. Еще два, можно даже открыть два и синее яичко. Так, раз. Два. И вот это. В итоге мы потратили 3600 самов, но зато сейчас получим довольно-таки неплохие расходники. Самое главное — это сумочки. Бум! Вот так вот. Вот такие вот расходники мы забрали. 150, 150, 150 и 300 кролика. Это кролик для битвы гильдии, для дальнейшего прохождения подземок. Ну и остальные, в принципе, тоже кайфовые. Но это все забирал чисто ради сумочек. Вот сумочки — это оно. Так, открываем это. Давайте сейчас пооткрываем. Надо будет заняться прокачкой, но я пока не хочу сильно раздавать силу, блин, потому что хочется все-таки дофармить Мэри. Потом будут проблемы с ее фармом. Хотя у меня уже есть Фрейя, уже не будет так сложно. Так, у нас 196 осколков. Поехали. Сейчас выпадет по-любому два осколка, и придется еще неделю ждать. Бум! Один. И бум! Два. Еще один. Я так и знал, короче. Короче, я собрал рису, ну почти. Но что-то пошло не так. 198 осколков, блин. Ну, писец какой-то. Надо было два вместе, наверное, открывать. Может бы повезло, потому что у меня было несколько раз по 100, с двух сумок по 31 падало. Блин, ну опять. Ну, хотя, в принципе, с другой стороны, мне особо спешить-то некуда. Я все равно, скорее всего, сейчас буду качать Фрейю в первую очередь. Мы сейчас займемся ее прокачкой. 1700 книг есть. Я буду ее прокачивать и для битвы гильдии, и для других локаций. В любом случае, плюхи довольно-таки обалденные у нас получились. Жалко, нету еще сундуков таких на траты. Это было бы вообще топчик. Да, обломчик, конечно, у нас. Ну, как обычно, это два осколка, в принципе, это не беда. Это следующая неделя, либо опять за 3600 потратить, либо же дадут где-то какую-то халяву, возможно. Ну, я не знаю, посмотрим. Вроде все уже такое пооткрывали по халявам, кто его знает.
Больше нигде возможности заработать эти осколки нет. В общем, такие вот дела, ребят. К сожалению, надо будет, кстати, давайте сейчас посмотрим, что у меня по осколкам. Сова есть. Блин, сову, наверное, будем качать. На нее 146. Давайте с вами сейчас повытаскиваем. Я думаю, мне тут, наверное, на всех хватит. Возможно, на всех, не на всех, но я потом посмотрю. Мне, скорее всего, кулаков не хватит для прокачки дальнейшей. Но расходников у меня здесь дофига. Накопилось за все время, как видите, почти по 5000. Сейчас потратим все наши камешки. Я сегодня 100 совы словил, я решил ее тоже качать. В принципе, плюс-минус еще 300. Сейчас посмотрим, кого следующего. Получим нормальных пэтов. Так, есть вот это. Наверное, ее тоже возьмем. И потом возьмем против летающих. Наверное, лучше всех получить. Давайте сначала всех получим. Волчонок. Так, чтобы уже были 100% у нас все. Опять силу подыму сейчас. Потом буду ныть, что не могу пройти. Так, кицуны есть и химерик. Все, в итоге у нас есть все. Так, будем, наверное, качать вот эту львицу. Львица очень обалденная на PvP локации. Однозначно буду ее сейчас всю собирать. Ну, мне кулаков не хватит, там, снеков для прокачки, скилла. Ну, хотя особо скилл не надо. Самое главное в суперпатах это их левел. Для этого надо снеки и количество питомцев. Еще даже, ну, наверное, на кого-то хватит, я не знаю. Можно попробовать, конечно, волчонка для забора энергии. Но против летающих тоже неплохо, в принципе, этот дракончик. На всех, конечно, не хватит. Но хотя бы самых таких основных. Да, маги равно, в принципе, я не хочу. Я хочу больше таких, которые забирают энергию, станут, замораживают. Так, на 88 у нас осталось. Давайте вот этого прокачаем. Он будет более полезен даже на той же самой битве гильдий. А на все остальное на летающего дракончика. Ну, в любом случае, мы получили всех суперпэтов. Мутантов и не мутантов. Ресурсы у меня копились реально очень давно. Я не тратил, не прокачивал, я уже вам показывал. Так, и на вот этого закинем. Все остальное, и все у меня закончится. Колбочки, и дальше нам придется опять копить. Все. Поехали, посмотрим, что у нас по суперпэтам. Ну, в принципе, я думаю, этих можно даже прокачать, мутантов. Как-никак, это дополнительный будет хороший такой бонус. Снеков у меня должно хватить. Тоже 5000 снеков. Так, этого
Сова мне больше всего, кстати, заходит. У меня на основе она хорошей прокачки. Так, отлично. Я в первую очередь мутанта буду качать. Ой, хорошо, и здесь нормально. Знаете, я думал, что будет бездонам сложно качать, но смотрю, что плюс-минус спустя некоторое время осколки довольно-таки неплохо падают. То есть их дают и в плюхах. Вот дали, считайте, нам по 100 возможность собрать. Ну, есть варианты, как их собирать. Так, мутантов. Давайте всех попрокачиваем уже. Движемся, короче, к 100 косили. Я понял, еще Фрейю апнул, у меня 100% уже за сотку сила перевалит. Так, 1700, надо будет еще что-то оставить, наверное, на скиллы. Хотя тут в основном играет роль прокачка именно левела. Так, обезьяна тоже прокачаем. Я всех мутантов сразу качну. Так, отлично. И здесь мы качнем. А, хотя что мы там качнем? Хотя книги у меня есть. Попробуем немножко скилл подкачать. Все, дальше мы фиг покачаем. Здесь немножко. Нифига себе, нормально силы я так себе накинул сейчас. Благодаря этим суперкватам. Все. 97, 397, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.